Здравствуйте. Здравствуйте. О, спасибо, девушка. Вы курите? Я? Нет. А кто-то? Лекарства нужны какие-то? А, валерьяночку. Да. Лежаны. Сейчас сделаем. Хорошо. Как у вас обстановка здесь, расскажите? А собственно, видите, вот. Это все украинцы били. Отсюда зары. Одна секунда. Даже секунда не проходит. Выстрел и взрыв. А, то есть прямой наводкой вот прямой сверху? Прямой наводкой отсюда, с бугра. Выстрел и взрыв, выстрел и взрыв. Там 82-я мина у меня в этом. На втором этаже пробила крышу, все, и взорвалось в ящичке. Вот это все, что хорошо, что там переколотило все. А, то видите. Вы не пострадали? Мы не пострадали, мы в подвале же насидели. Но сейчас я за соседом смотрю. У соседей две собачки, курочки, кормлю их. А потом сегодня утром начал этих подкармливать. Почему не уезжаете отсюда? Здесь же опасно. Вы знаете, это хозяйство уже все сам. Вот это все сам своими руками делал. А потом что опасно? Уже все кончилось. Украинцы уже все перестали стрелять сюда. Перестали? Да. То есть сейчас более-менее безопасно здесь? Сейчас здесь безопасно, да. Берегите себя. Уговорил, буду беречь.